я расскажу, где золото парк. Собрались все дружно. И говорю им, значит, вот адрес Горбачева, вот адрес Яковлева, вот адрес Ельцина. Поезжайте, они точно знают, где золото партии. Мы с отцом у старого дома. Он еще соломкой был покрыт. Вот под этой застрехой мой лежал автомат. Не поверите, в деревне у всех было оружие. А потом, когда немножко успокоилось, приехал участковый, сказал: ребята, война уже кончилась, сейчас мирное время, волки отступили, не только фашисты и волки отступили. У меня на даче, которую я арендую у Госдумы, не имеет своей дачи. Так вот, у меня там 100 цветов растет. Но еще ничего не цветет, а у меня уже все зацветает. Так что приглашаю посмотреть, но смотрина будет обязательно с тяпкой. После этого уже будут там шашлык, мед и все остальное. Телеканал «Кто есть кто» приглашает вас заглянуть в фотоальбом Геннадия Зюганова, бессменного лидера КПРФ, занявшего второе место на президентских выборах. Личные фотографии и истории из жизни.